Донской государственной публичной библиотеке открылся 12-й областной фестиваль «Кукла Дона». Фестиваль продлится до 28 ноября. Своего появления на свет этот фестиваль стремился к тому, чтобы рассказывать о многонациональной культуре Донского края. Несмотря на то, что у нас так много здесь знакомых, я бы даже сказал, родных лиц, которых мы знаем уже не первый год, а мы, между прочим, открываемся 12 раз, пока еще возраст подростковый, но тем не менее созревание налицо, потому что вот даже по последнему, по такому предварительному взгляду, очевидно, насколько подрос наш фестиваль, насколько качественно и тематически он вырос. Поэтому я хочу вас всех поприветствовать с открытием данного фестиваля. И хочу отметить, что в этот раз у нас в нашем фестивале принимает участие, можно сказать, родоначальник движения по созданию кукол. Это галерея кукол, во главе которой стоит Наталья Хлыстунова. Кукла вышла за рамки игрушки, за рамки просто домашнего украшения. Она уже становится арт-объектом, который выражает интересы и идеи художника. Я очень рада, что мы имеем возможность вот второй раз выставиться на этой площадке. А 20 лет назад здесь была кукольная выставка галереи, самая первая. Она имела очень широкий резонанс. Я думаю, что многие, кто в ней участвовал, сейчас присутствуют и занимаются кукольным искусством. Спасибо вам за то, что вы пришли. Желаю вам приятного времяпровождения и получить наслаждение от этой выставки.